Ребята, всем привет! Я написал третью книгу, которая называется «Школа гитарных рифов». Что это за учебник? Это учебник гитарных рифов с QR-кодами. Здесь, в принципе, нет букв как таковых, то есть здесь в основном только гитарная табулатура с ритмом. И под каждым из рифов, под каждой табулатурой есть QR-код, который ведет на страницу с минусовками. Обращаю внимание на то, что минусовки в разных темпах. И все, то есть, например, оригинальный темп, и с шагом 10 BPM уходит вниз до 60. И также есть звучание рифа и урок, полноценный урок. Здесь таких 33 полноценных рифа, которые вы можете играть. Книжка построена так, что сначала идут самые начальные рифы, и потом мы с вами начинаем это все усложнять и удлинять. И уже в конце, то есть рифы уже они достаточно длинные, то есть уже идут на полторы страницы. То есть это книга для тех ребят, кто хочет погрузиться в написание рифовых партий. Здесь достаточно, в принципе, все просто, ее можно возить с собой, заниматься. Также книжка подойдет для педагогов, которые занимаются с учениками, то есть как методический материал. В книжке 33 гитарных рифа, еще раз повторяю, что построено все от простого к сложному, и можно сделать следующим образом. То есть вы берете, открываете какой-нибудь, например, риф гитарный, ну, допустим, сделаем вот так. Мы берем с вами, допустим, риф, допустим, это будет round one. Наводим камеру на него. Камера навелась. Открываем ссылку. Смотрим. Вот у нас звучание рифа. Слушаем звучание рифа. Послушали звучание рифа, понравилось, решили его записать. Не записать, а посмотреть урок. Посмотрели урок. Можно это все сделать на большом экране. Можно скопировать ссылку, которая у вас здесь открывается, скинуть себе, например, куда-нибудь там в Telegram и уже там на компьютере смотреть. Также вот минусовки. Минусовки идут в разных темпах. Там 60, 70, 80, 90, 100. Благодаря тому, что можно посмотреть любой риф, абсолютно любой риф, послушать, как он звучит, посмотреть нюансы, которые в видеоуроке, все подробно описано, очень легко научиться самому потом придумывать рифы. Потому что рифы — это не только 0-0-0 и какие-то штуки, опять 0-0-0, нули-нули-нули, а риф — это немножечко больше. То есть это, в первую очередь, еще и гармония, и ритмика. И для того, чтобы все это понять, как это все построено, если вы проиграете вообще все эти рифы из этой книжки, то считайте, что вы научились играть рифовые партии, и вы можете спокойно аранжировать свои песни достаточно интересными аккордами, интересным звучанием и также интересной ритмикой. Надеюсь, что те ребята, кто приобрел данный учебник, интерактивный учебник, они уже занимаются по нему. И также, если те, кто хотят приобрести, то переходите по ссылке в описании или же на мой сайт nnsokolov.ru и приобретайте данную книгу.